Как там тебя посадить? Давай, ну как? Ой, ты все в абрикосах. Ну нормально в абрикосах, ну как мы тебя будем все посадить? Давай. Снимайте, очень красиво, живописно все. Матвей, ты поближе к ней подойди сюда, к голове, поближе. Поближе, гладь ее, за ушком погладь. Матвей, как кота. Как ты кота? Она любит, когда... Вот еще это мама. Кто развалил? За это есть тапка. Если тапка мне шлепнут, то ничего не будет. А вон сколько их лежит. Ну да, они там... Сейчас пойдем. А как ее зовут? Мама, дядя. Луна. Вот отсюда, Виталь, хорошо. Здесь снимок. Вот и люди наверху нормальные стоят. Видно. Где? Джуна. Джуночка, девочка. Папа, Алеша, давайте. Куда? Какое место? Ну, как удобно. Волнуйтесь с той стороны. Давай, ходить, кота, ходить. Она вообще хорошо. Такая мягкая. На, папу. Фотографируй папу. Вот, можно так. Ее? Можно. Вот. Все. Так, ну не спать. Ну ей так больше не бить. Она наоборот такая киса. Она такая хорошая. Сейчас замурлыкает. Мурлычет они. Мурлычет. Лежи. Тапка не будет. Ой, обалденная девочка. Матвей, это же меня фотографирует вместе с ней. Нет, он одну ее. Без тебя. О, красота-то какая. Ой, боже мой, киса ты моя. Крупные, спелые. Пап, на голове еще почухать. Никто не собирает, никто не ворует. Пап, осторожно. Того человека, который захочет. За абрикосами сюда и пьет. Обалдеть. Я бы тут с ними остался. Слезы радости, восторга, да? Первый раз вижу. Когда человек плачет от восторга. Чтобы дядька такой, да, как ребенок, счастлив, посмотрите. Это уже не по интернету. Посмотрите на эту женщину. Она плачет от счастья. Представляете себе? Представляю. Конечно. Повернитесь в камеру, пожалуйста. Мы зафиксируем этот момент. Не надо. Слезы счастья. Тебе нравится. Да, а вы не могли бы еще? Повторить. Нет, ты проходи спокойно, только не дергай. Помягче. Спокойно.